качественное улучшение в игре «Спартака» происходит через две недели. Недовольный очередной ничьей, на этот раз в Ростове-на-Дону, Романцев идет на перестановки в слабо выглядящей средней линии. Тренер меняет местами Пятницкого, игравшего под нападающими, или Дяхова, у которого далеко не все получалось на позиции опорного хакбека. Результат был просто ошеломляющим. «Торпеда» на фоне красно-белых смотрел из команды школьников. У автозаводцев только два игрока сражались до конца матча, несмотря на цифры на табло 3-0. Тишков да Подшивалов. Первый этап чемпионата закончится 12 августа, а 26-го главный тренер «Торпеды» Евгений Скоморохов уйдет в отставку, не дожидаясь окончания сезона. Задача, стоявшая перед автозаводцами, попадание в тройку призеров, оказалась невыполненной. Во многом по объективным причинам у клуба нет денег на то, чтобы среди игроков появилась конкуренция. Из 9 последних матчей первого этапа «Торпеда» победит только в 3. Заводу уже тяжело содержать команду, и из «Торпеда» начнут уходить футболисты Тишков «Динамо», Чугайнов «Локомотив» и так далее.